Всем привет, с вами Дэвил, и это первые новости моего канала. На нашем канале уже 500 подписчиков. 500, вы понимаете, какая это цифра? 500. Целых 500 подписчиков. Я долго к этой цифре шел, очень долго. Всем прям огромное спасибо, кто там подписался на мой канал, кто смотрел все мои видео, кто лайки ставил, естественно. И прямо прям спасибо вот размером с вселенную тем, кто меня поддерживал. А это, кстати, несколько человек было. Первые подписчики и где-то еще там по селедке там несколько подписчиков было. Это я уже потом все покажу и расскажу. Давайте перейдем к делу. Вот они все подписчики. Ха-ха. О, сколько тут подписчиков. Я уже даже устал вот это все листать. Да уж, тут и смешные ники встречались, но все равно всем огромное прям спасибо. О, даже Владимир Владимирович. Потихоньку идем. Да, большое количество подписчиков. Уже почти добрались прям до вершины. О, Санёк еще там. Ну, вот мы и видим то, что на моем канале уже 500 подписчиков есть, даже еще 3 плюс 500 получается. Вот прям огромное спасибо вот всем этим людям. Если вы подписаны на меня, то прям огромное вам спасибо. А мы переходим сейчас уже к новостям, уже к важным. Я решил именно эту игру снять,
под 500 подписчиков, потому что она очень хорошая, не напряженная, легкая такая, несложная. Естественно, вот такой вот ник у нас будет. И будем мы играть на экспериментал. Ну и потихоньку я буду рассказывать так о своем канале. Я не знаю, стоит ли потише музон сделать. Так, значит, я уже снимаю War Thunder. Начал Team Fortress снимать. Вообще весело, на самом деле. Вот сейчас пузо. Пузо. У меня 500 подписчиков, ты что? Ну ладно. В принципе, не важно. Team Fortress 2 я вот начал снимать. Мне как-то уже пофигу, пускай жрут меня. Конечно, на игры я очень часто... О, офигеть! Но я хотел сказать то, что я очень часто отвлекаюсь на них, когда вот играю именно и рассказываю что-то. Что я еще снимаю? А снимаю я и никак не доснимаю Мафию 2. Очень крутая игрушка. Хочется уже доснимать ее и начать снимать Dark Souls 2. Да, вы не ослышали. Именно Dark Souls 2. Потому что игра сложная, игра интересная. И, знаете, прикольно, конечно, там по 100 раз подыхать на одном месте. Ну, решил я, в общем, ее именно снимать. После Мафии 2. Также мы еще проходим это Мэджику 2. Он там Брейн еще был. Я бы его сожрал. Марио. Еще что хочу сказать. То, что... Блин, что-то... Мысль иногда теряется. Что еще я снимаю? Снимаю я CSGO. Ну так, потихоньку так снимаю. Немного не хватает времени, конечно, на CSGO. Также я опять удалил доту, потому что, ну, времени не хватает на нее, и она уже для меня какой-то скучноватый показался уже. Также еще и Warframe уже удалил. Вы прикиньте, наиграл там сотню с плюсиком таким часов и, ну, где-то 150 с лишним я наиграл часов в Warframe, и все уже, ну, не могу никак я уже снимать, уже как-то неинтересно. В общем, ждем обновлений. И я еще решил взять и вернуться в Террарию, потому что там масштабное такое обновление. Я думаю, уже многие знают о Террарии 1.3. Вот даже в Игромании там в новостях показывали то, что, ну, в общем-то, об этом обновлении сказали. Это самое главное. Значит, оно все-таки важно. Так, давайте сожрем вот этого вот. 500 подписчиков всех жрут просто не знаю как, потому что мы все вместе. Подписчики — это сила, я вам так скажу. Вот, еще съедим. Сейчас 500 подписчиков, небось, в миллион сразу превратятся. Ну, это, конечно, пока что в игре. Что еще хочу сказать? Что еще планирую? Стримы, естественно, стримы, ё-моё. Я к ним вообще на самом деле не готов, но меня тут упрашивают, там говорят, делай стрим, это же так круто, это вообще. Ну, что поделаешь. Нужно в этом разобраться и как-то начать все-таки все стримы делать, вот эти вот прямые трансляции. Кто-то будет у нас зачитывать
комментарии, а я буду там во что-нибудь поигрывать, так и отвечать на вопросы. Что-то быстро мы так разжираемся, знаете ли. Наверное, все понимают то, что 500 подписчиков у меня, все меня поддерживают. Вон, видите, какой добрый. Вот так и хочется сказать, то, что они все добрые люди, они понимают меня. Сейчас еще на первом месте будем. Ну, это же подписчики. Подписчики — это самое главное, это вообще прям. Естественно, подписчики должны быть на первом месте. Как же тут без этого? Без подписчиков тут канал никак не будет развиваться. Ну давай, Луна, сожри. Сожрись вот так. Русский, давай к нам, присоединяйся к нашему каналу великому. Да. Ну ладно, так уж и быть. Ребят, у меня же 500 подписчиков, может, не надо меня трогать. Вот, правильно делаешь. Так, что еще я снимаю? Ребята, что же я еще снимаю? Сколероз, знаете ли. От такого счастья вообще голова уже теряется. Не знаю где. Наверное, именно на Ютубе. Видишь, еще она потеряется с таким количеством подписчиков. Конечно, знаю, 500 подписчиков — это вообще по сравнению с другим там какими-нибудь каналами, там с Ивангаями, там с PewDiePie'ами, у которых там не знаю сколько уже подписчиков. Но у PewDiePie больше всего подписчиков, это я точно знаю. Точно знаю. Как же это не знать? Ну ё-моё, ну прошу, ну 500 же подписчиков. О, молодец. Не портит мне никто малину пока что. Что еще снимает, а... Да. Ничего не помню. Skyrim я уже не могу снимать, сами знаете. Потому что из-за... Как он называется? Фрапс у нас. Из-за фрапса у меня что-то с текстурами случается. Что-то вообще с качеством у меня. Игра лагает. А... Из-за бандикам вообще вылетает, поэтому сами понимаете. Что еще могу сказать? Сейчас нас сожрут. 500 подписчиков вообще, это, знаете, пока что еще мало. Поэтому нас могут сожрать легко, но мы можем на первом месте прям легко. Например, этой игры можно прям вообще... Все предсказать, тут все показать. Вот видите, 500 подписчиков. 500 подписчиков вообще прям тут тащит. Все, разбегайся, 500 подписчиков. Это вам не 5 подписчиков. Ну ладно, ну не надо, ну не жрите меня, ну пожалуйста. Ну Гагарин. Ну ладно, в принципе, можете сливаться. Сливайтесь нафиг. Что я еще хочу сказать? Мы много чего наснимали. How to Survive. Та выживалка с видом сверху. Я ее тоже уже забросил снимать. Также симулятор хирурга. Он уже тоже не торт. Ему навряд ли сейчас буду возвращаться. Но игра... Стоящая игра, классная. Да, в принципе, все игры все-таки назвал я. Мафия, вот которая сейчас снимается. Мафия, Мэджика, что еще? War Thunder, Team Fortress начал. Ну, в принципе, и все. Некоторые забросил, а некоторые буду еще только снимать. Dark Souls следующий у нас. Я о канале, в принципе, ничего больше не могу сказать. Ну, стримы будут, какие-то ответы на вопросы, я не знаю даже. У меня вообще никаких вопросов не было, прям таких, чтобы я не мог на них ответить там на Ютубе. Зачем это видео делать, я не знаю, но некоторые такое делают.
Зачем это делать, непонятно. Может, это круто, может, не круто. Не знаю. В принципе, это первые новости. Поэтому не страшно. То, что мы тут еще только учимся эти все новости делать. Но 500 подписчиков, это уже, знаете, какая новость. Это прям вообще... Это самая лучшая новость на свете. Всем еще раз большое, прям... Нет, прям вселенское спасибо. Прям не знаю, какое уже спасибо. Потому что вы ставили лайки, вы подписывались на меня. Все-таки смотрели мои видео. Ну, может, кто-нибудь не смотрел. Разное бывает. Ну, хотя бы одно видео вы точно посмотрели. Зачем подписываться тогда на канал? Также большое, прям огромное спасибо активным подписчикам. Вот они вот прям золото вообще у меня. Это вообще. Не буду, наверное, пока что ники называть. Если надо будет, я в следующем видео укажу ники активных подписчиков, первых подписчиков, подписчика, который вообще, я сказал, ну, давай-ка начинаю уже снимать. Все дела. Вроде бы у тебя неплохо получается. Ну и все в таком духе. В общем, крутых подписчиков мы будем называть. Нормальных подписчиков. Адекватных подписчиков. Также встречались, кстати, неадекватные подписчики, но это уже все позади. Я никогда никому не отвечал там, ничего прям такого. Ну, что-нибудь там в ответ, чтобы сказать. Просто там, как он так сказать, просто не трогал человека и все. Просто перестал общаться и все. Вот так. Вот так-то я поступаю с неадекватными подписчиками. Просто многие просят еще вместе снимать. Вообще не у всех, знаете ли, все в порядке с этими съемками. А хочется, чтобы хотя бы более-менее было нормально все. Плохой микрофон, это, знаете, это не так уж и плохо. Самое главное, чтобы человек нормально себя вел на видео. Много видео я снял вместе с подписчиками, но я многие из них, естественно, не выложил. Поэтому не обижайтесь. Что-то немного подлагивает у нас Агар. Агарио наш. В принципе, я все вроде бы сказал уже. Надеюсь, ничего не забыл. А если что-нибудь забыл, то, пожалуйста, прям в комментариях все напишите. У нас почти 20 минут тут записывается видео. Это уже как бы много для такого видео. Ну, можно сказать, все, теперь празднуем. У нас есть 500 подписчиков. Идем дальше, не сдаемся. И вообще, буду дальше, короче, снимать. Буду дальше стараться. Эх, ладно, пофигу. Также... Также, когда я встречаю, как вам это сказать, таких же летсплейщиков, как и я, ну, то есть начинающих там. Вообще, есть еще, которые начинают с нуля, еще начинают нормально, вот таких я людей уважаю. Ну, конечно, понятно, они подготавливались, я... К этому не готовился вообще никак, просто выложил видео, людям понравилось, они поставили лайки, ну, подумал, давай дальше буду снимать.
И, кстати, тот подписчик, который сказал мне снимать, как бы, как вам так сказать, я и так бы снимал видео, ну, наверное, где-то через месяц, а тут из-за такого комментария я где-то через 3 дня сразу начал так уже, а может через неделю, я уж не помню, как я начал. Ну, немного мне такую, это, такой вот пиночек под зад мне сделали, чтобы я сразу начал. Видео, конечно, были плохими многие, но я, можно сказать, учился, я старался, я много чего делал для того, чтобы нормальные видео получались. Естественно, было много комментариев. Почему-то пока что хороших, как ни странно. Ну, естественно, спам еще был различный, там, типа, зайди на такой-то сайт, это сделай, то да сё. Различные паблики ВКонтакте там. Кстати, насчет паблика ВКонтакте, он у нас есть, все будет в описании, как обычно. Паблик ВКонтакте у нас есть, я его немного прозабросил, потому что никто не подписывается на него. Ну, конечно, как бы я им толком-то и не занимаюсь, зачем на него пока что подписываться. Просто я в этом деле еще не профи. Давайте еще пособираем тут всякие штучки. Ну еще, самое главное, если кто-то смотрит это видео и еще не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь, потому что, ну, это очень важно для меня. Я вот не знаю, почему так мало лайков, много просмотров и, естественно, еще больше подписчиков. Я вот этого вот не понимаю. Наверное, подписчики пошли от Агарио и первого, самого первого видео. Потому что я не знаю, ну как так. Мало просмотров, мало лайков. Даже дизлайки есть. Я знаю, кстати, от кого это. Это от тех, кто со мной, в принципе, плохо снял видео. Матюкался, все дела там. Толком ничего не мог нормального сказать. Ну, спасибо большое за дизлайки. Но мне сейчас очень важны лайки и подписки. Самое главное, просмотры. И я вот не знаю, может быть, кто-то не ставит лайки из-за того, что, ну, думает то, что это не важно для моего канала. Это очень важно. Я вам на всякий случай это скажу. Ну, в общем, давайте на этом заканчивать. Вот такие вот первые наши новости. Первый, блин, всегда комом говорится. Я думаю, у меня не идеальные новости получились, поэтому хорошо и такие, конечно, сделал. Вот так вот прям взял и сделал, пилил прям. Ну что ж, всем большое спасибо за просмотр. Давайте проверим, насколько вы мой подписчик. Как-то так вот. Просто поставьте лайк. Вот. Каждый подписчик поставит лайк, и я пойму, сколько у меня настоящих подписчиков, а не каких-то там фейковых и вообще, ну, липовых, не настоящих. Сколько еще мне похожих слов сказать, чтобы вы поняли. Ну, надеюсь, что вы поняли. В общем, один человек, один лайк. Вот так вот должно быть. Посмотрим, сколько всего у меня подписчиков нормальных, настоящих, прям вот таких вот. Но если вы просто там следите за моим каналом, ничего страшного, это хорошо, наоборот. Буду потихоньку развиваться, как-то развивать свой канал без всяких, в общем, без всякой ерунды, в общем. Я его буду
развивать. И надеюсь, все будет хорошо. Ну а также, кто еще не подписан, может смело подписываться. Вместе веселей. Подпишись скорей. Ну что ж, с вами был, как обычно, я. Я уже сколько раз это говорю. Точнее, какой раз это говорю, то что с вами был, как обычно, я, Дэвил. Столько видео уже снято. Уже почти середина лет, ё-моё, лет в самом прям разгаре таком. Уже жара, все там едут отдыхать, все дела. Ну что ж, всем, я уже говорил то, что всем большое спасибо за просмотр. Ну просто, знаете, ну не хочется это видео уже прям взять и так остановить, потому что, ну реально, это такое событие, 500 подписчиков, вы что. Нельзя останавливать видео. Ну, я все-таки еле-еле его остановлю. Еще раз всем большое спасибо, прям вот вам вот большое спасибо, вот тебе вот именно, вот ты вот сидишь сейчас, большое тебе спасибо. Ну что, всем удачи, всем пока, самое главное, не болейте. И ставьте лайк, обязательно ставьте лайк, чтобы я видел, сколько у меня настоящих подписчиков. Все, пока. Вы лучшие.